представляю вашему вниманию 3G модем от компании ZTE модели 3200 PIL. Это мобильная беспроводная 3G точка доступа ZTE MiFi 3200 одновременно является 3G модемом и Wi-Fi маршрутизатором. Это делает устройство максимально удобным для пользователей нетбуков, планшетов, смартфонов и других устройств, которые могут подключаться к интернету через Wi-Fi. А также данный 3G модем совместим со вторым и третьим поколением моделей iPod Touch. Данная модель действительно является качественной и удобной в работе, не требует никаких предварительных установки драйверов и настройки оборудования. Чтобы подключиться, просто включите ZTE 3200, включите Wi-Fi на своем ноутбуке или планшете, находите сеть MiFi и нажимайте кнопку «Подключить». Устройство может работать как с iPod Touch, так и как автономная точка доступа. Данная модель совместима со всеми операционными системами. Аккумулятор литий-ионный, имеет емкость 900 мАч. Вес составляет почти 100 грамм. На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.